Ну и что, сниму машину, что он мне. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вы находитесь на канале Life in Brussels. И сейчас мы с вами опять находимся в Париже. Сейчас мы поедем в одно интересное место. Я вам все покажу и расскажу. Так что оставайтесь на канале, будет очень интересно. Вот. Мы сейчас приедем. И сегодня очень хорошая в Париже погода. Тепло. Муж помог. Любимый, ты рули. А снимать? А съемку доверь профессионалу. О, да, впереди зеленый едет. Впереди у нас местная полиция на лошадях. Машина вот сейчас. Вот такие лошадки. Я думаю, они не обидятся, если я их чуть-чуть поснимаю. Ничего страшного. Жандармерия. Красивые лошадки. Ну и жандармы тоже так ничего. Вот такая улица. А это маленький Амстердам в Париже. Кстати, на моем канале есть видео о Амстердаме. Там, по-моему, даже есть плейлист Амстердам. Можете зайти посмотреть, очень интересно. Там есть даже в Амстердам мы ходили в музей Мадам Тюссо, очень интересно, очень шикарный музей. Обязательно, когда вы будете в Амстердаме, обязательно посетите этот музей, не пожалеете. Там у меня есть видео, кому интересно, может зайти посмотреть. Также, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, обязательно ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Оставайтесь на канале, будет очень интересно. Мы направляемся в одно очень интересное место в Париже. Сейчас уже скоро приедем. Вот это здесь какие-то торговые точки. Это нам надо поворачивать. Прямо еще нам надо ехать. Вот какой фонтанчик. Это что не люди. Да. Да, мы едем, только мы едем с другой стороны. Вот такие здания, башенка тоже, церквушка. Едем дальше.
вот башня. Темно. Еще ссылку на. Сейчас. Вот такое здание. Стеклянное, не знаю, строится. Так, сейчас с левой стороны сейчас будет. Вот магазин Мобусо. Мобусо. У меня, кстати, есть французский. Очень популярный. Так, вот мы подъезжаем. Уже сейчас. Ой, нам где-то нужно будет припарковать свою. Вы 156. Да, припарковать свою машину. Тачку. Ну, я думаю, что здесь проблем не будет, так как. Здесь есть парковка. И, конечно, по сравнению с Амстердамом, здесь парковки намного в два раза дешевле стоят, чем в Амстердаме. Кто не знает, в Амстердаме час парковка стоит 8 евро. В Париже здесь мы сколько раз были? 4,40. И 4,80, ну плюс-минус вот так, в таких пределах. Вот это улица Руи де Риволи. Вот здесь даже мы проезжаем как раз Лув Риволи. Это, я так понимаю, торговая улица в Париже. Да. А вот это здание Лувра. Здесь, конечно, очень огромное. Ты, папочка, опять стекло не помыл в машине. Вот как я не скажу, так... Муж не помоет никогда. Когда жена скажет, тогда муж моет. Когда жена не скажет, он не моет. Так, мы находимся, вот Королевский дворец здесь, гостиница Лувр. Темно. И вот Лувр. Сейчас мы попытаемся зайти в середину, конечно, и покажем вам всю эту красоту. Идем.
Идем, идем, мало времени. Так, мы идем в Лувр. Вот так. Такой вход. Сейчас мы посмотрим. Много туристов. Но мы там не будем. Да, там уже платно. Вот какие статуи. Идем мало времени. Вот с той стороны тоже. Это уже все платно. Контроль, контроль. Сейчас пройдем темноту. Да, конечно, здания такие огромные, очень впечатляет. А у тебя все ограбили. Ну так ограбили, что делать? Вот какая красотища вообще. Смотрите. Да, вот это реально красиво. Вот тут, конечно, с такой красотой не поспоришь. Идем возле этой. Туда идем, возле фонтанчика. Ветер. Много людей, очень много туристов, фонтанчик. Вот видишь, это очередь в Лук. Вот какая красота. Шикарный вид, конечно, вообще. Очень красиво. Все такое, не знаю, большое, величественное. Давай, иди походкой. Сейчас я поставлю на паузу, Зай. Вот я вам сейчас покажу, какая очередь, чтобы люди, которые хотят приехать в Лувр, но это надо с самого утра идти, потому что здесь очередь сумасшедшая. Вот это конец очереди. Вот такая очередь в Лувр. Но это еще не все. Вот видите, внизу столько людей. Все. Идем туда. Вот колесо. Да, людей много. Хорошая погода. Фонтанчик. Конечно, шикарное место. Рекомендую. Вот местные. Таких местных много. Короче, место шикарное. Я очень рекомендую, кто будет ехать в Париж, то лучше посетить Лувр, чем Эйфелеву башню.
потому что Лувр намного круче, чем башня. Конечно, вид просто сумасшедший. Вот такая красота. А сзади мы сейчас пойдем туда, парк. Да, вот эта башня там вдалеке. Вот сейчас. Шикарный, конечно. Вид шикарный. Вот триумфальная арка, Эйфелева башня. Это все Лувр. Вот это этот музей, который за, не знаю, за неделю ты не обойдешь, потому что мало того, что сверху, еще, по-моему, 3 этажа есть под землей этого музея. Поэтому рекомендую всем. Да, здесь дорога, можно проезжать. Там колесо, там парк, мы сейчас сюда пойдем. Рекомендую всем, кто будет ехать в Париж, лучше посетить Лувр, чем Эйфелеву башню. Вот, Эйфелева башня, она не горит, но куча железа и все.